трасса 101. Приветствую, в эфире трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. МВД предложило увеличить размеры госпошлин по линии ГИБДД. Речь идет о подорожании с 2 до 3 тысяч рублей водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства с 500 до 1500. Причины такого решения объяснили в Госдуме. Якобы будет внедрено новое программное обеспечение для хранения информации о гражданах. Трасса 101. Еще одна инициатива МВД касается автомобилей такси. Ведомство считает необходимым оснастить их тахографами, устройствами, которые сейчас обязательны для грузовиков и автобусов. Они непрерывно фиксируют маршрут и скорость движения транспортного средства, время работы и отдыха водителя. Полицейские обосновывают свою инициативу тем, что в настоящее время данные о трудовых подвигах извозчиков практически отсутствуют. Трасса 101. Hyundai Creta продолжает оставаться самым покупаемым кроссовером в России. Машина стоит сейчас минимум 789 900 рублей. От 589 000 начинаются цены на Renault Duster. Он второй в списке лидеров продаж. На третьем месте Toyota RAV4. Минимальный ценник 1 миллион 415 тысяч рублей. Также в первую пятерку входят Renault Captur и Chevrolet Niva. Их начальная стоимость от 829 и 548 тысяч рублей соответственно. Новые автомобили УАЗ теперь можно купить в кредит без первоначального взноса. Ставка 8,65, срок займа до 3 лет. При этом, если сдать старый автомобиль в утиль, то можно получить скидку в 50 тысяч. Добавлю, что за флагманскую модель ульяновского автозавода УАЗ Патриот, обновленный, сейчас нужно заплатить минимум 749 тысяч рублей. Трасса 101. В Петербурге мотоциклист потерял 12 миллионов рублей. Деньги находились в рюкзаке за спиной байкера. На ходу рюкзак раскрылся, и пачки пятитысячных купюр стали вываливаться на проезжую часть. У следовавших за мотоциклистом автолюбителей глаза на лоб полезли от такой картины. Они останавливались, подбирали деньги и уезжали. А вот находившиеся рядом дорожные работники проявили добросовестность. Они помогли байкеру, он оказался бизнесменом, собрать то, что осталось – 2 миллиона рублей. Вскоре в полицию очевидцы принесли еще 4 миллиона. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101.